I fought for this shit all. Хай, Лео, думаю, мы нашли Диасу покупателя. Ты дашь ему кольцо и заключишь сделку, понял? Где ты сейчас? Что с твоим голосом? Ты в порядке? Просто скажи мне, где ты? Кто ты, черт тебе подери? Где Лео? Лео ненадолго вышел, а меня оставил за тебя. Да пошел ты! Оу, шит, йо, you trying to jack me! Алло, это мистер Версетти? Да, это Кортес. Ты как-то был у меня? Да, я помню. Мистер Версетти, это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои люди делают все возможное, чтобы разобраться с этим. Если хотите поговорить в более интимной обстановке, вы знаете, где меня найти, хорошо? Удачи, сеньор. Сынок, у меня для тебя сюрприз. Я сейчас записываюсь с некоторыми ведущими артистами. Почему бы тебе не зайти к нам? Подумай об этом. Увидимся.
Дождь, улица мокрая в это время года. Чего? Комментарии? Послушайте, меня послал Кортес, просто дайте мне чипы. О, да, Корт. Стоять, империалистическая американская свинья. Это собственность правительства Франции, и это конец. Американский идиот, они проследили за тобой. Настрелить его, пулями. Ты должен стараться лучше. Ты съел мою долю. Как ты? Это опять Пол. Томми, я забыл о том, что для представления нам нужны еще мускулы. Так безопаснее. Банда байкеров, Митча Байкера. Можем сделать себе хорошую рекламку. Уладь это для меня, и я достану тебе несколько билетов на лучшие места, хорошо? Есть работа. Это не Лео. Слышишь, Лео, можешь убить того, кто взял его телефон. А может, Лео уже труп? Может, я убил его и снял телефон с трупа? Ты о таком не думал? Ты убил Лео? Тогда ты крут. Хочешь поработать на меня? Зайди в кафе моего отца в маленькой Гаване и поговорим. Покойник может шутить над тобой, дорогой мой. Думаю, что ты можешь улучшить свое самочувствие. Пусть Энтони Полет поджарит тебе места. Заходи ко мне время от времени, хорошо, Томми?